Привет! Привет! Катя, хочешь игру? Почему тебе будем делать гравюру? Да, еще мы будем делать гравюру ковбой. Ковбой. Это основа с металлическим эффектом, с нанесенным контуром рисунка, специальный штихель и инструкция в наборе гравюры. Вот гравюра с металлическим эффектом золота, да? Не надо. Ну-ка. Вот тут еще в серии есть пират, гусар на куне, конкур. Ну, короче, много там чего есть всяких. Какие-то вот так. Давай, открывай, посмотрим, что там есть, да? А вот наш... Вот там ковбой, да. Это все наборы для детского творчества. Да. Открываем. Так, доставай, показывай, что там есть. Это что такое? Это вот на том, на чем мы будем рисовать. А, да, вот это вот как раз основа, на которой Егор будет рисовать, да? И что там еще есть? Там уже ковбой карандаш. Есть, только нужно будет рисовать. Алиса уже карандаш открыла, металлический, как он называется? Специальный штихель. Так, это давай, Егор, покажи, что там еще есть. Ну так ты покажи, вот штихель какой есть. Вот такой штихель, да, которым рисовать, и инструкция. Ну, Егор знает уже, как это делать, поэтому ему инструкция не нужна. Ну, давай. Егор начинает делать, а Алиса нас что будет развлекать, да? Как нас Алиса будет развлекать, пока Егор делает? Не, ну ты развлекай нас хорошо. Покажи нам свои игрушечки, какие там у тебя есть рядом, какие с тобой игрушечки лежат, а? Ну-ка, покажи нам. Киска Макс. Киска Макс? Да, как Макс. Как киска разговаривает? Мяу, мяу. Мяу, мяу. Кто там еще у тебя есть? Я называю, что это девочка. А, девочка? Ну тогда не Макс, это киска, значит, как она киску будут звать? Каш. Как? Катя. Катя? Киска Катя? Да. Ну какое-то человеческое имя ты киски придумала. Давай киска будет... Киска Роза. Киска Мурыска. Нет, я хотела, чтобы это было имя Катя. Катя? Ну да. Пускай будет киска Катя. Так, дальше что у тебя там? Пони, да? Да, Пинки Пай. Пони Пинки Пай. Да, вот такая. Да, красивая. Ее Пинки Пай зовут? Какая красивая пони, да, розовая. 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 Розовый как цвет по-английски будет? Пинк. Пинк. Розовый цвет. Пинк по-английски, да? Да. А что там у тебя еще лежит? Фиксик это у тебя лежит? Или кто это? Розовый фиксик это у тебя, да? Нет, это Фёрбик. А, Фёрбик. Папа перепутал. Фёрбик тоже розового цвета. Алиса любит розовый цвет, да? Ну-ка, Егор, покажи, что там у тебя получается, мы посмотрим. Ну вот, видите, да? Получается, она черная картина, а Егор вот тут делает уже вот специальным карандашом металлическим, штихель так называемый. Он делает как раз картинку, чтобы она красивая была. Ну давай. А Алиса нам песенку хотела спеть, да? Какую-то. Да? Егор будет подпевать. Ой, посмотрите. Давайте посмотрим, что там. Что там у Пинки Пай, у твоей, а? Крылья. Крылья? Вот они. Она умеет летать, что ли? Да. Здорово. Да, только у нее нет рога. Рога нет? А зачем ей рог? Да потому что стоп, потому что я сидела мотал. А она умеет летать по-настоящему? Да. Здорово. Только а покажешь, как она летает? А как она летает? Как она крылышками машет? Ой, улетела, что-то нам ее не видно. Она высоко-высоко в небо так умеет летать, да? Какая-то из Пинки Пай вроде умеет летать. Но а они все умеют Литл Пони летать или нет? Только одна. А какая? Как ее зовут, которая Радуга умеет летать? Радуга вроде. Радуга? Да, у Радуги тоже есть крылья. Rainbow Dash, которая, да? Да, Rainbow Dash. Rainbow Dash? Да, я хочу еще Play-Doh Rainbow Dash. Play-Doh? Да. Ты делала Play-Doh? Нет, никогда. Ну что ты обманываешь-то никогда? Столько уже Play-Doh делали. Вы и пиццу делали с Егором, и суши делали, и еще делали какие-то это там... Это был не Play-Doh. Что вы делали? Какая разница? Я хотела еще сделать радугу в Play-Doh. Радугу хотела в Play-Doh сделать, да? Да. Ну, надо тогда сделать радугу в Play-Doh. Нет. Так, ну-ка, Егор что-то там уже опять сделал, какой-то элемент, да? Ну, так, сейчас. Я туда же... А, вот, блин.
О, здорово. Егор делает уздечку. Егор с уздечки начал. Именинница. Пинки Пай именинница? А почему она именинница? Потому что кто-то... Потому что у нее день рождения. Не день рождения, а ММДНСы кушает. ММДНСы кушает? Ну, здорово. Ой, Алиса, выдумщица у нас. Мне кажется, Пинки Пай не кушает ММДНСы. Кушает. Нет, это Алиса у нас любит ММДНСы кушать, да? Нет, Пинки Пай и я. И Пинки Пай и ты? Да. Ну, ты, наверное, для себя берешь ММДНСы, а говоришь, что Пинки Пай кушает, а сама втихушечку кушаешь ММДНСы, да? Нет, я и Пинки Пай. И ты и Пинки Пай? Угу. Ну, слезы ММДНСы же шоколадные. Шоколадные? Угу. Да, я их прям угадала, они были с орешками шоколадные прям. Да, с орешками шоколадные. Ну, ты нам спой песенку, пока Егор там делает что-то. Нет, ну почему? Папа... Ты ж только что пела песенку про пальчики. Папа... Так всем нравится, когда ты поешь песенку про пальчики. Гуляю, Егор будет петь. Хивая, I do you do. Мама фингал, бегаю. А Егор поет песенку хорошо. Хивая, I do you do. Систэ фингал, бегаю. Хивая. I do you do. Brasa fingal, where are you? Hivaya, I do you do. How do you baby do? Baby fingal, where are you? Hivaya. Hiraya. How do you do? Ну все, Алиса, Егор за тебя спел песенку. А Алиса что-то у нас отвернулась, да? Ну-ка, Егор, показывай что-то. А, ты еще вот здесь? Аль, ты уже гриву делаешь, да? Нет. Ну ладно, молодец. Ну давай, делай. Да. Ну что, Алиса, ты уже нас будешь развлекать или нет, а? Ой, а мы не видим, что-то высоко у тебя опять на крылышках пони улетело. Вообще в кадр не попадает. Давай, скажи, чтобы она уже приземлялась. Мы посмотрим, как она крылышками машет. А, Алиса? Она полетела далеко. Полетела далеко? Да. А куда далеко? Алиса, почему твоя ручка залили? Да. Это не лили, это Пинки. Ну-ка, Егор, ты нам покажи, сколько ты там уже на это сделал, какую работу проделал. О, молодец. Ну-ка, да, я покажу вот так вот, что, потому что нет. О, Егор уже сколько сделал. Ковбой уже лошадь вырисовывается. Молодец. Ну давай дальше делай. А, прилетела Пинки Пай Алисина, да? Да? Куда она далеко летала? К подружкам своим? Или куда она летала? А, Алиса? Она пошла к своим подружкам пони. К своим подружкам пони? Да. И что, они там игрались? Да, но у меня нет всей коллекции. Нет всей коллекции? Ее надо собрать, эту всю коллекцию, да? Ну ладно, соберем тогда. Да. А сколько там в коллекции пони нужно? 102 штуки. Да, ну. Ладно, и если... Все! 1, 2, 3, 4, их там 10. 7, 10. 1, 2, 3. Три? А как их зовут? Как их пони все зовут? Пинки Пай. Пинки Пай. Мальчик-фея. Ну, здрасте, ты уже что-то придумываешь, мальчик-фея. Это же Литл Пони. Они же все девочки. Литл Пони. Ну, так Литл Пони, они все Литл Пони. У каждого есть имя. Вот это ты сказала, Пинки Пай. Потом есть еще кто? Рейнбоу Дэш, да? Рейнбоу Дэш. Еще кто? Флаттершай. Да. Есть такой? Да, вроде. Да, желтый только будет Флаттершай. Да? Радуга. Так, три. Ну, Рейнбоу Дэш она сказала. Еще три ты уже назвала. Еще? Их 7-10. Да? Нет, три. Три? Да. Ты только три насчитала? Да, мы уже 4 уже перечислили, а ты говоришь, что 3. Ну, давай дальше. Или ты дальше уже не помнишь? Еще там есть вроде яблоко.
Яблоко есть? Да, вроде бы. Цветокопоне бывает покрасоваться, менять цвет еще. Да? Это да, важно. Как здорово. Да, когда ты понесешь вот такую, опускаясь мягкой. Да? Да. Ну, замечательно. Ой, насморк. Насморк? Она что, простудилась у тебя, Пинки Пай? Нет, это не просто так сделал насморк. Насморк так сделал, да? Да. Будем ее лечить от простуды? Но у меня нет сейчас. Нету сейчас? Ну, потом полечишь, да? А Пинки Пай может серьезно заболеть. Да? Надо лечить тогда. Алиса, тебе нравится, как Егор ковбоя делает гравюру? Она получила, что она хочет пить. Ну, потом попьет. Она же сейчас снимается. Куда ты лезешь, Алиса? Печенок хочет. Все, попила? Мне нравится очень водичка. Нравится очень водичка? Ну, здорово. Типа всегда понравилась вода. Ну что, тут я уже вот это все сделал. Ну, молодец, здорово. Ну, давайте дальше будем. Что там, Алиса, у тебя игрушки играются друг с другом, да? Фербик с Пинки Пай играется? Да? Ой, уплачали. Они подружились? Ну-ка, Егор, что у тебя там? Показывай. О, Егор тут помаленьку уже все заканчивает. Осталось чуть-чуть. Вот тут облако. Облака и земли. Ну, давай. А Алиса нас пока чем-то поразвлекает, да? Чем ты нас поразвлекаешь? Расскажи нам что-нибудь интересное. А? Что ты там расскажешь? Про Фербика расскажи или про Пинки Пай, про своего? Фербик кушал. Вот кушал? Мне кажется, это Алиса кушала. Нет, это когда я Фербика кормила, и он попросил, хотел кушать кашку, и он любит. А какую он кашку любит? Желтую. Не, желтую. А из чего кашка-то должна быть? Он любит из клубничной. Клубничную желтый. Кашку? Да, желтый. А разве бывает такая кашка клубничная? Бывает. Правда? Да. А Алиса любит клубничную кашку? Нет, я ее попробовала, она была кислая. Кислая? Да. А Фербик ее всю съел, да? Да. Да? Какой Фербик хороший? А какую еще Фербик кашку любит? Овсяную. Овсяная не бывает. Не бывает? Бывает. Нет, он не любит. Он попробовал, у него была кислая. Кислая? Это, по-моему, Алисе была кислая кашка. А Фербику все было очень вкусно. И он любил золотую кашку, прям он еще любил. Каждый день голубичную. Голубичную? Да. Ну, здорово. А Алиса любит голубичную кашку? Да, люблю. Любишь? Да. Сладкую. Сладкую? Да, вместе с конфетками. С какими конфетками? Жевательными. Жевательными? Да. А какие это жевательные конфетки? Как эта кашка может быть с жевательными конфетками, а? Которые твердые. Может, молочный суп? Не может бывает. Быть каша, может быть каша с комочками. А почему это не бывает молочного супа? Бывает. Нет, он бывает с молоком. Ну, суп с молоком? Это вермишелевый суп с молоком? Нет, кашка с молоком. Кашка с молоком? Да. Алиса любит кашку с молоком? Нет, только Фербик. Только Фербик? Плохо, что Алиса у нас не любит кашку с молоком. Да, очень плохо. Я люблю только кукурузные палочки. Только кукурузные палочки Алиса любит? Да, и скитлс, и конфеты пёрлые. Ну понятно, ты все очень сладенькое любишь, да? У меня прям не упадают прям зубы. У тебя прям не упадают зубы? Ну, сильно много будешь сладкого есть, повыпадают. Нет! Да! Нет! Да! Нет! Да! Нет. Да? Нет. Очень-очень повыпадывает от конфет. Нет. От сладостей. Нет. А у Фербика зубы еще не выпали? Или Фербик сладкое не ест? Любит. Любит? И кошку прям любит. Что любит? Да. Да? И прям
такие сердечки любит. Прям. И прям сердечки такие любит? Да, вместе с сказкой такой. Угу. Чего у тебя Фёрбик Алисе упал? Потому что он постоянно падает. Постоянно падает? Что ты падаешь? Может, он спать хочет? А? Фёрбик, нам сосись еще чуть-чуть. Вот. Фёрбик, потерпи маленько, Егору еще чуть-чуть осталось сделать. Ну, Егор уже облака чуть-чуть там осталось, облака сейчас сделает, и все, Фёрбик спать пойдет, да? Нет, еще глаза мы еще будем доделывать. Еще глаза доделывать? Да. Ну, Анютки на глазки, что ли? Да. Ну, это же другое видео будет. Да. Да, мы будем уже украшать тарелку маме. Тарелку? Угу, маме. Ну да. Ты для мамы будешь тарелочку делать, то есть с Егором, да? Маме подаришь? Да. Ну ладно. А почему ты принес еще одну тарелку и воду? А это чтобы там клей разводить. Клей разводишь? Да. А какой, вот такой на тарелочке? Да, нет, на тарелочке на другой. Ну вот такой? Угу. А здесь не такой клей только. Ну мы другой клей, который в наборе идет. Какой? Ну я тебе потом покажу. А покажешь? Покажу, конечно. А какой мы купили? Розовый или фиолетовый или зеленый? Что? Белый. Клей? Клей да. Белый. Клей белый всегда идет или бесцветный? Бесцветный. А если бесцветный, то как он может быть бесцветным? Это как? Так, бесцветный. Покажи мне потом, как он выглядит. А то мне интересно, как он бесцветный? Это он что, прозрачный? Да, прозрачный. А ты купишь фиолетовый и розовый для меня? Клей, что ли? Да. Так клей не бывает фиолетовый. Но если его покрасить. Бывает. Если его покрасить, да, тогда он бывает. А так он не бывает. Да, я хочу его покрасить. Покрасить ты хотела клей? А зачем клей красить? Чтобы он был красивее. Да, красивее. Ну ладно, покрасишь. Да, только потом. Только потом, да. Да. Чтобы он был красивый, самый яркий. Чтобы самый яркий был? Да, то белый какой-то самый скучный. Ну что, получилась у Егора картина какая замечательная. Ну-ка вот сюда чуть-чуть наклони, чтобы не бликовало. Вперед. Вот. Вот какая картина получилась. Как он называется, Егор? Ковбой? Ковбой на лошади. Ковбой на лошади. Классная гравюра получилась, да, у Егора? Как там у тебя успехи? Все. Ура, ура! Егор доделал ковбоя на лошади. Красивый такой ковбой получился, да? Это девочка. Ну как это девочка, как это мальчик? Мальчик-ковбой. Нет, девочка. Девочка, да? Мальчик. Алиса нас веселила, пока мы смотрели за работой Егора. Егор делал картину ковбоя, да? Угу. Что, всем говорим пока-пока. И ставьте пальцы вверх, сначала топ-ковбоем. И я узнал, как он называется. Он называется просто ковбой. Ковбой? Ну ладно. Гравюра из золота, ковбой. Пока-пока. Из золота? Да.